Я думаю, что, видимо, Некрасов снова вошел в моду, и теперь женщинам в руки дали оружие. Я считаю, что, в связи с чем это связано, просто, понимаете, обычно оружие, война, все ассоциируется в основном с мужчинами, почему-то женщины забыли, а женщины тоже участвовали в войне, и поэтому очень здорово, что эти истории стали поднимать наверх. Если бы надо было защищать, конечно бы, я бы защищала. И прежде всего, потому что это моя семья, каждый человек всегда горой за свою семью, за свой дом, поэтому, конечно, я такая революционерка.